Икс-икс, с вами Белевикс. Всем привет! Здравствуй, зимушка-зима. Хотя на дворе май, ну да ладно. И всем привет! В сегодняшнем видео я вам расскажу про дочь Златовласки Блонди Локс из новой серии Epic Winter, или же в переводе на русский эпичная или блинная зима. В коллекцию входит 11 кукол: Брайер Бьюти, Блонди Локс, Эшлин Элла, Мэдлин Хэттер, Эппл Вайт, сет Дерринга Чарминга с Розабеллой Бьюти, две зимние пикси и новая героиня Кристал Винтер. Причем Кристал станет одной из главных героинь будущего мультфильма, поэтому она выйдет даже в нескольких вариациях, в том числе и в игровом наборе. Девиз серии «Where princes are powerful» – «Там, где принцессы сильны». Эта надпись находится на коробках с куклами данной коллекции с двух сторон. Коробка у кукол очень чистая и стилизована под кусок льдинки, что создает объем данному набору. Возрастное ограничение куклы 6+, и веряшка сделана в Индонезии. Так как серии посвящен мультфильм под названием Epic Winter, то на задней стороне коробки есть маленькое описание этого фильма. Будучи под злым проклятием, король призывает на все земли Ever After High нескончаемую снежную бурю. Его дочь, Кристал Винтер, обращается к единственным, кто может ей помочь – сильным принцессам из школы Ever After High. Вместе сказочные подруги отправятся в приключение за легендарной зимней розой, чтобы отменить заклятие самой былинной зимы во всей истории Ever After High. А теперь давайте с вами рассмотрим коробку у кукол. Данная коробка в нереально крутых и нежных тонах. Идет плавный переход от светло-розового до фиолетового цветов. Чуть ниже нашему взору предстоит каток, невероятно сказочный замок изо льда и Блонди, тайна, стоящая рядом. Левее расположился рассказ Блонди Локс. Когда Блонди услышала, что во всей земле Ever After суждено навечно утопать во льду и снегу, она решила прийти на помощь, а именно тем, что надо вести репортаж с места событий. Ведь каждый ученик сможет получить самые сенсационные новости из самого сердца снежной бури. Плюс к этому, это отличный репортаж, который поможет получить Блонди Локс премию «Принцессы на горошине» за лучший новостной репортаж из уст ученицы сказочной школы. Поэтому это то, что нужно. Внизу расположена рамка, из которой выглядывают другие персонажи в этой серии, во главе с прекрасной Кристал Винтер. Внутренняя часть коробки иллюстрирует нам каток, замок и красивое полярное сияние. Есть вставочка в виде кристаллов со снежинками, на которой должна держаться карточка Блонди, и кольцо для обладателя куколки. А теперь давайте рассматривать нашу красавицу Блонди Локс. Как и у других девочек в этой коллекции, у Блонди новый молд лица с милой и доброй улыбкой. Голубые глаза обрамляют мягкие голубые тени, а подчеркивает все это светло-розовая помада. Волосы Блонди Локс в этой коллекции длинные, но убраны в небольшой капюшон. Волосы украшены челкой и напоминают базовый образ Блонди, что вполне хорошо сочетается с новым зимним образом. Сам капюшон сделан в белом цвете и с вырезом для копны золотистых волос. Капюшон закрывает голову Блонди и плечи, а также обрамлен мехом спереди в голубо-белой расцветке. А посередине расположен бантик голубого цвета, соединяющий две части капюшона. Из аксессуаров у Блонди Локс есть синяя сумочка с синими помпонами. В нее ничего положить нельзя, поскольку она плоская. Наряд Блонди выглядит как желтое платье с голубыми рюшами и рисунком черных пуговиц. Желтое пальто с длинными рукавами украшено блестками, а также голубыми и желтыми рисунками бантиков и снежинок. Низ пальто обрамлен голубым мехом с белыми вставками, очень красиво дополняя общий зимний образ. Отличительная особенность Блонди от остальных героев этой серии – это ее ноги. У Брайер, Эшлин и других кукол ноги молдированы под колготки с диковинными узорами, а вот у нашей дочери Златовласки такого не наблюдается.
Я также заметила, что на арте на Блонди надеты желтые гетры, а у куклы этот предмет одежды является частью обуви. На ножках у Блонди высокие голубые сапоги с молдом льда и помпончиками. Верх украшен пластиковым белым мехом и кусочком гетр. Кольцо для владельца куклы модернизировали, и теперь оно может налезать даже на взрослые пальцы благодаря разрезу снизу. Колечко Блонди сделано в виде желтого цветка с ледяной крышкой и с синим цветком внутри. Подставки и расчески у куколки Blondie Locks Epic Winter нет, но зато есть карточка, что тоже довольно хорошо. И, кстати, если у вас возникнет вопрос, а почему она стоит на подставке, то я вам отвечу сразу, что я взяла это у других куколок, потому что по-другому она бы просто у меня не стояла бы на столе. Ну а на этом наш обзор на красавицу Blondie Locks из серии Epic Winter подходит к концу. Напишите в комментарии, как вам куколка и на кого вы ждете следующее видео, на Briar Beauty или же Ashlyn Ellu. Жду ваших комментариев и лайков. Be cool and crazy. Пока-пока!